В рамках республиканской акции «Внимание, дети!» сотрудники Брестской госавтоинспекции посетили детский сад, начальную школу номер 2 по улице Героев обороны Брестской крепости, чтобы пообщаться с воспитателями и в первую очередь с детьми. Говорили о важности соблюдения правил дорожного движения. А чтобы снизить риск безрассудного поведения на дороге, сотрудники ГАИ нанесли предупреждающие трафареты у пешеходного перехода. Такие мероприятия яркие, запоминающиеся детям. И сегодня мы рады, что смогли поучаствовать в акции, когда наносили трафареты рядом с пешеходными переходами. Это еще раз напомнит нашим детям о правилах дорожного движения, а также обратит внимание общественности. Но никакие трафареты не гарантируют безопасность пешеходов на 100%. Каждый взрослый должен доходчиво объяснить своему ребенку, где можно, а где нельзя переходить проезжую часть. Ответственное отношение родителей к своим детям – вот настоящий залог их безопасности. Правила движения соблюдать очень важно. И самое главное – соблюдать их на пешеходном переходе, на главной дороге. Смотреть всегда по сторонам. Если даже горит зеленый, то все равно надо остановиться и посмотреть по сторонам. Убедившись, что машин нету, можно переходить дорогу. На зеленый свет надо переходить, потому что машина останавливается, и ты можешь в полной безопасности переходить дорогу. А если светофора нет и зеленого света нет, а просто зебра? То надо посмотреть по сторонам направо и налево. И затем только переходить дорогу. Детскому саду начальной школы номер 2 воспитателями каждый третий четверг месяца проводится единый день обучения правилам дорожного движения. Особенно эффективными такие мероприятия становятся, когда к их проведению подключаются сотрудники госавтоинспекции. Перед началом школьных каникул, а также во время СК «Внимание, дети!» сотрудники ГАИ совместно с несовершеннолетними наносят трафареты безопасности на территории города Бреста. На оживленных пешеходных переходах, там, где много родителей с детьми, где регулярно можно встретить велосипедистов, о правилах безопасного поведения на дороге теперь будут напоминать трафареты. Посмотри по сторонам, убедись в безопасности перехода, возьми ребенка за руку. В преддверии летних каникул очень важно следить за безопасностью своих детей, ведь они самая беззащитная и уязвимая категория людей. Если каждый взрослый проявит должное внимание к своему ребенку, то про трагедии с участием несовершеннолетних на дороге мы больше не услышим. Все в ваших руках.